Мы тоже любим эксперименты. Сегодня проверим, знают ли тюменцы, как оказать первую помощь. Ситуации, конечно, бывают разные, но мы решили остановиться на одной. Сумеют ли случайные прохожие остановить кровотечение? Для этого нужно использовать вот такой медицинский жгут. Кто справился, а кто нет, увидим прямо сейчас. На мои руки сможете показать, как правильно его накладывают? Вообще не знаете? Вообще не знаю. Понятно. Все, спасибо. Потому что не болею. Ну, я тоже не болею, но из ОБЖ помню что-то. Если у меня кровотечение здесь, то куда? Если кровотечение здесь, жгут накладывается выше раны, по вене, по артерии. Обязательно подкладывается ткань и затягивается очень плотно. Насколько его нужно оставлять вот так, в таком виде? Ну вот я точно не знаю. Вот этого точно я не знаю. Ну я думаю, не очень сильно так долго. Рука немеет, и она другого цвета просто, грубо говоря. Давление кровеносное, соответственно, ну да, пока не остановимся. Вообще там зависит от времени года. Летом можно на 2 часа оставить, а зимой на 1 час. Если давайте предположим, болит, что здесь кровотечение. Кровотечение здесь, да. Надо артерию вот эту главную перекрыть, чтобы не было кровотечения. На одежду надо? Нет, конечно, под, наверное. А, вообще да, да-да-да, чтобы не пережечь кожу. Правильно, на одежду. Вот видите, вы все знаете. Да. Поверх одежды или без одежды? Конечно, без одежды надо раздеть. Неправильно. Да. Наверх. При каком кровотечении накладывают жгут? При артериальном или венозном? Ну, при любом. Неправильный ответ. При артериальном, потому что оно идет сильнее. В школе нас как-то учили. Но вы уже все забыли. Ну да, вот мне уже в школе очень давно закончила ее. Здоровья вам, чтоб вам никогда не приходилось жгуты надевать. Хорошо, спасибо вам большое. Будьте здоровы.